Мозырская городская больница возвращается к привычному режиму работы. На фоне снижающихся цифр заболеваемости ковидом ранее перепрофилированные отделения выходят из красной зоны. Отметим, плановую и экстренную помощь мозырянам и жителям других районов медики не останавливали даже в периоды самого сильного подъема заболеваемости. В отделении есть свободные места. Отделение является плановым. Направление пациента в отделение дает комиссия ВКК по месту жительства. Очередей нет. Отделение рассчитано на 40 коек трех профилей. Это неврологический профиль, кардиологический профиль и травматологический профиль. В отделении медицинской реабилитации первый день весны проводят в довольно бодром темпе. Пациенты уже успели пообщаться с врачами во время планового утреннего обхода. Кто-то отдыхает, другие на процедурах или занятиях ЛФК. Тамаре Семеновне активная нагрузка пока противопоказана, поэтому в графике на каждый день неспешное дефиле по больничному коридору. Я очень благодарна врачам. Они мне сразу на кушетку завезли в операционный блок, сделали операцию. Поставили стенд на сосуд и перевели в реанимацию. После трехдневных дней в реанимации проведенных, меня перевели в кардиологию номер 2. Но, слава Богу, все уже позади. Я уже немножко лучше чувствую. Здесь в реабилитации нахожусь. Нахожусь я в реабилитации с 22 числа. Мне здесь еще назначили процедуру. Я хожу на ингаляцию и на физпроцедуры. Это по коридору, начиная с 300 метров и увеличивая ходьбу. 100 метров начинала и увеличивала ходьбу. Потом по лестнице пролеты надо пройти. Тоже я стараюсь свои физкультуру свою понемножку, по мере сил своих, выполнять. Медицинская реабилитация доступна и пожилым людям, и тем, кто перенес сложные операции. В это отделение Мозырской горбольницы пациенты поступают в плановом режиме. К приему экстренных пациентов в режиме 24/7 готовы другие профильные отделения. Возможность получить квалифицированную врачебную помощь есть у всех, кто в этом нуждается. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».